Как он так полежал, подумал, решил фортель выкинуть. Купил? Купил вроде. Вернуться. Так, нет, стойте, у нас сундук в углу. О. Так, ты с коробкой отстань. Так она, может, с твоим платьем идет, нет? Точно. Я думаю, что такое сейчас идет за мной, потом кинет как и скажет, что это я. Пойдем. Потом того, что она как бы важная особа. Вроде того, да. Так, стоп. На вышку давай. Как в этом платье? Черт, переодеться надо. Точно. Здравствуйте. Пойдемте за угол. Зайдем. Я вам кое-что покажу. Что ты там, блин? Ну-ка, иди себе прилично. Идите сюда. Смотрите. Что у меня есть. Я смотрю, тебе понравилось быть коварной женщиной. Ну да, в этом что-то есть. Здрасте. Сейчас, погодите. Погодите. А, личину можно сменить здесь, но нам не надо пока. Ух ты, какое дерево! Сейчас мы на него залезем. Ты видел, какие у него там штуки там? Вы сейчас что тут вуду будете делать всякую? Всякую вуду? Я не хочу с ним делать всякую вуду. Ну, ты можешь без него делать что. Пусть он без меня лучше делает всякую вуду. Надо накалять. Налево, налево. Ну ладно, спрятался. Нет? Нет. Ну этих давай, побей. Какие настурные, ребята. Ай, дураки. Мужик, извини. Все, вот так тебе. И такая гордая пошла. Здравствуйте. Здравствуйте. Бонжур. Ой, дурацкое платье. Удобно в нем. Есть, конечно, и положительные стороны. Декольте. Ну, может быть, да. Положительная сторона. Ну да, как приложился, так и... Положился. Положился, так и положился. Вот так вот. Подкупи, подкупи, сзади там мужик стоит. Это не мужик, это гардероб. А, гардероб, ну господи, что ж я все время путаю их? Я их тоже путаю. Периодически. Бегу, подбегаю, опа. Это гардероб. Да. Она мне не здрасте, не до свидания. И денег не берет. Бездушная такая вообще скотина. И деньги... Ну да, деньги не берет. Ой, стоять. Черт. Поздно. Очаруйте нужных мужчин, чтобы получить особое... Что? Что? I am not easily bought. Что получить, да? Что получить-то особое? Особые броши? Когда кто-то засекает, обрывается. Там лежит, наверное, что-то неудобное. Ага. Ого! Тут женщина в воздухе была. Радуюсь, что... А у меня денег нет особо. Черт. Почему все заканчивается тем, что у меня денег не хватает? Пошли отсюда. Душат бизнес на корню. Угу. Не дают развернуться вообще. Ну, естественно, кто-то ходит топорики по 10 тысяч покупает. Не глядя. Чё ты мне тут напоминаешь? Про топорики, про всякие. Тут... Ну, не знаю. Короче,
Это не свобода. Ой. Thank you. And what is your skill? Cleaning, sewing, cooking, perhaps. Висеть могу, скажи. But you will find yourself in good company. Our dig site leader is also a woman. If you can get along with her, you'll do well here. Of course, everyone does well here. Our strength is using your strength. Даже шлангом могу прикинуться и висеть. Да, вот так вот могу. Ни капельки не подозрительно, что там что-то взорвалось. Раскройте зловещую тайну колонии. Наркоманы, блин. 4000 вообще прикольный. Это у этого, этот более универсальный. Я предлагаю посмотреть на что-то... необычное. Да. Похоже на палку для шлепания. Наказывать будешь. Такой поперек коленки и наказан, все. Да-да-да. Она у нас... Какое оружие это занимает вообще? Сейчас. А, отдельным стало. Как Макуауитль. Ну-ка еще раз. Макуауитль. Прикольно. Вот он. Вон он. А был сразу. Залезть сюда. Я умер. У меня слов нет просто. А что это было-то вообще? Ты видела, как я эпично упал? То есть тебе... На заднем фоне. Ты попал в зону этого человека. Тебе показали катсцену, и прыжок сломался. Ну да. Такой на заднем фоне ассасин-неудачник пролетает. Мимо сена промахнулся. Ты его так долго искал, чтобы вот так вот помереть. Блин. Ты запомнил, где это было? Да, запомнил. Вон справа. Вон там, вон. Ага. Ну ты выпросил. Ты в него палкой. Зачем? Зачем палкой-то? Че ты? А, вот. Ты че мою палку пинаешь, а? Я же выбрал пистолет. Ой, где? Кто тебя там опять засек? Не знаю. Ну, прячься. Не, ну хорошо попал, самое главное. Ну вы там разойдитесь уже. Коварная. Так вот, не изменяй никогда. Всех накажут. Это ты мне намек, что ли? Я не поняла. Нет, я ему. Нести два ящика. Мой ящик. Ну. Да какую область? Вот этот ящик надо. Гоняй! А почему не тот ящик? Перенесено 9 ящиков. 9 ящиков. А почему 2 писали? Не знаю, я на одной ноге, смотри как. Хоп-хоп. Хоп-хоп. О, нас переодели. Это я собрал этих всех охмурил мужиков в городе. Как это прозвучало? Все камушки у них собрал. Ага, ходил там со всеми, подмигивался. И мне выдали платье, да, в магазине. Причем бесплатно выдали. Ну, я решил сразу одеть. У нее в этом платье почему-то взгляд какой-то немножко безумный. Нормально. Замучилась подмигивать. Ой, мы уже двинули, да? А кнут кем считается? Дальним, наверное. Вперед! Рулите. Куда? Нам. Прямо.
We're under attack! Лазит он шустрее, по-моему, немножко. Ну, у него тут... Мускулатура побольше. Да. Тайга. Он тут медведей каждый день валит. А Велина за нас... Извини! А Велина тут раз... С Мишкой потолкалась. С Мишкой потолкалась. Ладно.